Один человек получил тяжелые травмы в ДТП на улице Мостовицкой. Там столкнулись «Мерседес Вита» и мотоцикл «Сузуки». Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий» слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла во вторник днем у дома номер 5 по улице Мостовицкой. Очевидцы на камеру зафиксировали последствия ДТП. Видно, как у разбитого мотоцикла врачи оказывают водителю помощь. Судя по всему, травмы серьезные. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes-Benz Vito при повороте налево на прилегающую территорию не убедился в безопасности и не предоставил преимущества в движении встречному мотоциклу Suzuki, совершил с ним столкновение. Мотоциклом управлял 39-летний мужчина, который не имеет права управления транспортными средствами данной категории. В результате происшествия водитель мотоцикла получил травму и был госпитализирован в медицинское учреждение. В Вятских Полянах пострадали два человека. По предварительным данным ГИБДД, 40-летний водитель «Гранта» сбил женщину с ребенком. Они переходили дорогу по пешеходному переходу. В итоге пострадавшие медики оказали помощь на месте. 12-летнюю девочку госпитализировали. В городе Кирово-Чепецке во дворе дома по улице Мира произошло ДТП с пострадавшим. По предварительным данным полиции, 31-летний водитель «Хонды ЦРВ» сбил 27-летнего велосипедиста. Последний обратился за помощью медиков. В этом же городе водитель «Ауди» сбил 13-летнего ребенка. По предварительным данным госавтоинспекции, мальчик перебегал дорогу из-за стоящей у края машины. Юный пешеход получил травмы, его не госпитализировали. В Кирове на Октябрьском проспекте водитель «Рено Меган» сбил 4-летнюю девочку. По предварительным данным ведомства, пешеход внезапно выбежала на проезжую часть. На место аварии вызвали бригаду скорой помощи. На улице Воровского водитель 14-й сбил 16-летнего подростка на велосипеде. По предварительным данным полиции, авария произошла на прилегающей территории. Пострадавший от госпитализации отказался. Сергей Пичугин, место происшествия.